Салам, доброго дня, таджикистанцы, исфаринцы, шурабцы, просто жители Таджикистана, те, кто там когда-либо жил. Немножко посмотрим сейчас вот речку, исфаринку в Исфаре, весна. Видите, что красиво, солнышко светит, тепло, плюсовая температура. И такая небольшая новость, что в ближайшее время, на Навруз приедет президент Таджикистана в Исфару. И также, возможно, это слухи, а может быть и правда, говорят, что президент может прилететь еще и в Шураб. Вот, по этой причине там сейчас строят стадион, ремонтируют, он есть стадион, но я детали не знаю. Вот, и говорят, что делают вертолетную площадку. Надеюсь, это улучшит жизнь и быт таджикистанцев, шурабцев. Вот такие вот новости, а может быть даже и не новости, а больше даже слухи. Но посмотрим, Навруз недалеко, все узнаем.